видео. Ну, вот. Я говорю, 7 минут будет снимать. Ну, буду снимать до того моста, который перед станцией. Если получится 7 минут, может и 7 минут сниму. Я вчера прошел и посмотрел, какие там объекты перед станцией, где, докуда можно снимать. Что вот. Что? А кто увидит, сколько здесь человек? 11 тысяч? Вот вообще вам говорю, что так, да? Вы знаете, что вообще на сайтах вот этих вот, где такие видео, есть целое сообщество фанатов, которые ловят такие видео, смотрят их там. Они же, как вам сказать, они, у них такой усыпляющий терапевтический эффект. Многие просто за ужином смотрят. Вот есть такой канал на ютубе «Гляди поезд», вот он как раз занимается вот этим, только не от РЖД, а сами. Они в Красноярске базируются. И вот там вот популярнейший канал, у него куча всяких разных этих тоже на Транссибе. У меня только единственное, там рюкзак остался, но надо не забыть, как шапку. В этом паспорт. Да, ну, когда будем уже останавливаться, за ним пойду. Много. У меня уже порядка за несколько дней, у меня уже порядка 17 видео разных. А ребята, которые до меня приехали, ничего не тащат, снимали. Сейчас еще и время года очень красивое, осень такая золотая. А осенью воздух самый прозрачный, знаете? Ты что тут снимаешь? Снимаю, участвую в съемке в исторической. А это мост уже перед станцией, кажется, да? Ага, ну вот. Сейчас начнет тормозить, и можно, в принципе. А, нет, Казанкан. Еще есть. Четыреста семьдесят.